Я читаю 20 главу книги пророка Исаии. В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота и взял его. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: «Пойди и сними вретище с чресл твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал. Ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года, в указании и предзнаменование о Египте и Ефиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Ефиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы?»